Блядь, то-то. Ты смеешь да все убили! Ну как так, блядь? Геральт, сука! Всем привет, с вами Игорь, это канал Black Horse Play. Мы продолжаем играть в Ведьмак, первую часть. В прошлой серии мы выполняли задания на болоте. Мы много чего на болоте сделали, там разгромили саламандр и так далее. Много чего сделали, короче. Я прям, мне в последнее время прям вот хочется играть в Ведьмака. Вот прям не могу как хочется. Короче, сейчас я иду на кладбище. Я встретил Зигфрида, он вон там стоял там. Хвастался, что у него повышение, хвастался, что он говорит, я такой крутой, у меня отряд, а у тебя ты чушпан, ты лох. Иди, короче, проверь кладбище ночью в Кровавом квартале. И мы, короче, идем в кладбище ночью. Я давно туда ночью хотел заглянуть, потому что мне нужны там какие-то кровь гуля, печень гравелера, жопа утопца, вот это вся, все говно по контракту. Так что будем смотреть, что здесь на кладбище. Ночи дождался, пора идти. Так, во-первых, что я хочу? Я хочу, наверное, выпить кошку, потому что темно, прям жопа как. Вот, видишь, о чем я и говорил, гуль. Просто гуль, тупой. Так, мне вроде бы не гуль нужен. Мне нужны гравейреры. Я даже с гулей ничего подбирать не буду. Кстати, у меня очень вообще полно ингредиентов по... Ну, сумка ингредиентов вот это. Я не могу ничего нового подбирать. Ты это слышишь? Не, ну ты это слышишь? Что происходит? Что случилось? Бля! Что это? Это гравейлер. Сейчас его нагнем. Сейчас я нагну его. Попью чайку. Я пришел, чай себе сделал, чай пью. Упоительно. Ты что, разговариваешь? Упс, пардон. Совсем забыл о манерах. Как так? Чай пялится. Гулям же тоже надо как-то жить. Ты не гуль. Никогда раньше гуль не видел. Говорящих нет. Многих видел, но не говорящих. Не хочу хвастаться, но я исключение. Геральт бы так не... Мои родичи, конечно, совсем не разговорчивы. Предпочитают рычать. Я нашел несколько трупов. Знаешь об этом что-нибудь? Это не я. Я живых не ем. А, да? Значит, тебя убивать не надо? Я знаю, кто это сделал. Так что давай заключим сделку. Я тебе рассказываю, а ты сохраняешь мне жизнь. Ля, какой предприимчивый. Только за твою предприимчивость и твое ведение бизнеса мы договоримся. Договорились. Что ты знаешь? Тем более живых он не ест. Я видел в последнее время много остроухих. Не знаю, чего они ищут, но они грабят могилы и лазают тут в округе. И убивают всех, кто становится у них на пути. Остроухих? И твоя маленькая семья их не трогает? Они на вкус отвратны. Очень сухое мясо. Плюс они же приносят еду. Спасибо за информацию. А теперь проваливай. Я же говорю, бизнесмен. Не трогает эльфов, потому что они приносят еду. И плюс они еще на вкус как говно. Ну и они как в жизни в говно и на вкус говно. Все ясно. А что мне надо-то? Так, я должен разыскать и уничтожить членов эльфской команды. Это где? Кстати, это в склепе. Это команда в склепе. А мне гравейреров дадут? Не? Где гравейлеры? Может, в склепе будут? Мне нужно по контракту. Вот, я не могу выполнить контракт сейчас.
Так, есть контракт, короче, убить для Велерада 5 граверов. Нету этого. Нет, это вознаграждение. Это вознаграждение. Флэдеров тоже нужно. Вот где флэдеров найти, тоже не понимаю. Мне нужно ему принести там от флэдеров что-то. Так, я правильно иду? Ну, почти. Вот он, вход в склеп. Надо к нему подойти и идти, короче. Вход в склеп. А почему меня трогают? У эльфов не трогают, а меня трогают. Кстати, вот они, эльфы. Так беспалевно, рядом гуль жрет, они ищешь, сидят. Тут, ведьмак? Убийц. Тогда иди в город. Там обитает преступный народ. Мы сражаемся, чтобы выжить. Люди понимают только язык силы. И мы говорим с ними на нем. Сомневаюсь, что ты проживешь долго. Ты угрожаешь нам, Тхоэне. Однако знаешь, что 6 обезьяна людей, женщины и дети в том числе, остались внутри гробницы. С гулями. Убей нас, и никогда не доберешься до них вовремя. Помоги им, и мы успеем уйти. Выбирай, мутант. Короче, или за ними бежать драться, или этих, да, спасти. Ну давай людей спасать. Хотя я вроде бы зачищал этот склеп. Там не должно быть гулей. Так, ладно, идем. Идем спасать. Так, идем сначала сюда. Где они? Здесь пусто. Я говорю, меня надурили, здесь никого нету. В плане гуля-альгули, они же сами бы выбрались. Смотри, вообще нету ни хрена. Абсолютно пусто. Бля, кто-то сражается. Прикинь. Бля, сейчас их сожру, давай быстрее бежать. А как они сражаются? Чем? Ниже оружия не должно быть. Но сражаются. Побежали. А может, это не люди сражались, а эльфы. Смотри. Бля, они отбиваются реально. А чем они отбиваются-то? Ну, ни одного гравейлера. Смотри, а. Абсолютно ни одного. Хоть по одного гравейера дали бы. Бля, чем ты отбивалась, мать? Ты спас нас от верной смерти. Иди домой. Спасибо тебе. Эльфы оставили нас на съедение чудовищем. Где остальные? Эльфы говорили про 6. Они убежали по коридорам, Милздарь. Мы слышали ужасные крики. Видно, чудовища до них добрались. Выбирайтесь отсюда. Я перебил почти всех их. Слава Милители, и будь благословен. Еще раз благодарим тебя. Ну, благодарить это в рот не положишь. Так, ну подожди, а другие, может, там живы? Это она сказала, что слышала там что-то. Может быть, убита, может быть, нет. Так, это кто такой? Это Альгуль. Короче, гравейлеров я не найду, да? Походу, да. Гравейлеров нет. Гравейеров. Хрен это выговоришь. Так, куда они пошли? Здесь все завалено-то. Побежали по коридору. Мы слышали крики. По коридору... Ой, что так темно? По коридору здесь все завалено. Не понял, где выход? Я только что... А, вот он выход. И все, как бы гравейеров нету. Вот именно вот с этим проблема. Флэдеры найти, флэдеров. И гравейеров. Кстати... Ходил я по домам. Здесь в храмовом квартале есть дом. Что случилось? О, да ты ж мой красавчик! Откуда ты взялся такой умный, а? Дай свое там, что там не надо. Короче, шел по домам, и меня выгнала какая-то папка с дома, на который я ни разу не заходил, прикинь? Типа, нечего мне тут нукать, и иди нахер отсюда, мне сказала. Так. Одного мало. А где еще? Давай еще найдем. Я уверен, здесь еще есть.
Ты... А, ты гуль. Гравира дай. Я гулей даже подбирать не буду. Ну, типа, смысл мне их подбирать. Гули, гуля, мне нужны гравиры. Альгуль. Тоже нахер не нужен мне. Какой жирный, да? Так, давай еще ходить. Я уверен... Уверен. Да, уверен, что здесь будет гра... Вот он. Видишь, я вижу его. Я вижу, он там под землей роется, ебаный крот. А, он не под землей. Это два. А мне нужно сколько? А у меня от прошек-то есть? То есть... Блять. Я на болотах вроде бы гравейра встречал. Я надеюсь, этого хватит, чтобы сдать задание. Скажи, пожалуйста, мне. Нет, не хватит. Давай еще искать. Так, гуль. Кто там еще? Где? Я слышал. Еще гуль. Еще. Ой, там, вот он, еще один. Красавчик какой, а? Кстати, они прям уже мне половину здоровья снесли. А ну понятно, здесь толпа. Я-то думаю, что у меня здоровье так быстро уходит? Они здесь пособирались, целая толпа. Так, ну что? Надеюсь, тебя-то хватит, и уже сколько я убиваю. Да, да, хватило, отлично. Осталось теперь только найти флэдеров. Где мне их найти, это хрен знает. Где-то надо... Они вроде бы по ночам вот это появляются по уголкам. Надо их по этим уголкам поискать. Я видел... А в одном уголке, в двух уголках они появлялись. В двух. Вот надо будет найти. Это купеческий квартал, ты как сюда попал? Я здесь все такое зеленое. Прям, знаешь, прям... Что это? Прям все в зеленом. Мне нужно трамовый квартал. Так, во-первых, надо пожрать. Что у меня есть пожрать? Вот есть груша. То мне здоровье вообще половина. Если с флейдерами встречаться, они как бы меня забьют. Походим сейчас по этим уголкам, найдем флейдера. А я не поставил таймер. Вот это я красавчик. Сейчас придется мне его ставить. А как так? А я же должен был поставить. Мне слишком мало платят за такую работу. Вот так. Вот, отлично. Все, стоит. Стоит. Ну как так-то, а? Как так, скажи мне. Я забыл поставить таймер. Давай сейчас ходим в тот уголок, где флейдер. И потом другой уголок. Там тоже есть флейдер. Может быть, есть. Надеюсь, что они бесконечно там появляются. Да иди нахер от меня тогда. Толку говорить. Нет толку, значит, мне нет с тобой толку разговаривать. Где я хожу? А, все правильно. Вот. Вот здесь был флэдер. Смотри, сейчас сюда приду. И хер я что получу, а не флэдера. Вот когда они нужны, хер найдешь. Ладно, идем на костер, надо. Давай тут дом сходим. Я сейчас покажу дом, наверное, меня бабулька опять выгонит. Хотя, может и выгонит, может и нет. Ну, короче, надо пойти. Вот этот вроде бы дом. Вот он. Вот отсюда меня бабка выгнала, прикинь. А смотри, нету бабки. А вот она, вот. Кто ты? Почему ты рыскаешь по моему дому? Да я как бы вино. Не я.
Блять, я лучше к ней не подходил. Пойдем еще. Вот она, короче, не якой. Все. Бля, если к ней не подходить, то не будет. А первый раз я как бы к ней не подходил. Так, давай посмотрим, что у нее тут. Ага. Почему она... Бля, у нее подвал есть. Блядь, пледер! В смысле? Только тебе вспоминал. Пледер, прикинь? Ну этого не хватит, пледера, мне кажется. Хотя я там уж убивал. Давай. Ну конечно же не хватит. А чё ничего у неё нету-то? И почему у неё пледер в этом... у неё в подвале? Почему пледер в подвале? Может я скажу, типа, какого хера у тебя пледер? Кто? Я. Не. Ясно. Не яко и пошел нахер отсюда, я понял. Ну, хоть один флейдер появился. Может быть... Так, а где я? А, я не сюда иду. Может быть, сейчас там над... костром еще появится флейдер. Я без понятия, вдруг такое... Возможно. Будет прям отлично. Но больше я флейдеров нигде не видел. Только в этих двух местах, в одном нету пледера. Ну здесь-то должен же быть пледер. Давай, спускайся. Спускайся. Тоже нет. Ладно, до дня ждем. Не хочет, не надо. Хотя, конечно, обидно. Он не хочет выходить. Так, до утра сдадим все контракты сейчас. Наберем, как раз сходим в таверну. А кстати, я ж к тюремщику Юзу подходил. Он здесь мне говорил... Он тут мне говорил о том, что... Что найти какого-то там... Вот этого, ну, что ли? Давай. Иди нахер. Я тебя знаю, ты меня взял и наебал в прошлый раз. У одной из шлюх сифилис. Интересно, у какой? Ну, выбери лотерейку, поиграй. Косой, короче, какой-то слышал, здесь будет. Я слышал, крутая каша заваривается. Где косой? Боги, даруйте мне тело. Второго. Черт. Мне, короче... А, ну, он ничего не говорит. Так, окей. Если смотреть здесь, он где-то здесь. Расследование о государственном... Подожди. Мне пора отправиться в трущобы. Разыскать косаря. Во. Она сказали в деревне. В деревне, в таверне. А он не в таверне. А где он? Бля, он не в таверне был. Ты кто такой? Неважно. А тебе-то чё? Это ты косарь. Что значит неважно? Я говорю хорошо. Говори по-хорошему, скотина. Говори по-хорошему, скотина. Кто поставляет тебе товар? Вот тут ты делаешь большую ошибку. Не прыгай выше головы. Отвечай, кто твои поставщики? Чёрта с два! Я сваливаю! Блядь, я чё, проебал? Яйца чешутся! Мне нужно проследить, сука! Ну давай проследим. Марафонец. Мне, короче, после этого задания дал Юз, тюремщик, это наркоман. Он говорит, пойди там, вот, есть косарь, там, если хочешь, они там саламандры, там, что-то такое. В квартале не люди, это люди, значит, убили. Ну вот, хоть бежит и ему все равно. Это я его, что ли, отпихиваю? Ля, он в дом зашел. Хм.
Такой простой, за ним ведьмак по пятам идет, ему все равно. Да ты упрямый сукин сын. Ты еще об этом пожалеешь. Я спрашивал по-хорошему, но ответа не получил. Придется теперь иначе привлечь твое внимание. Че, драться с ним? Подожди, я возьму для людей. Прикинь, так меч не тот достал, а потом ему говоришь, подожди, я сейчас для людей меч возьму. Так, а я в этом доме, кстати, не был. Так, ага. Так, поставщика я, скорее всего, найду в канализации. Что ж. Опять в канализацию. Ну, пошли в канализацию. Сейчас только наверх схожу. Может, здесь что есть? Чем-то поживиться. Вон, видишь, водка. Я, кстати, я понял, что мне нужно крафтить. Мне нужно крафтить эти сраные эликсиры. Да, мне надо эликсиры крафтить, чтобы вот это все исчезло. Но я их буду крафтить только когда контракты сдам. Иначе я все, что я собирал, я пущу на эликсиры. Это будет не очень хорошая идея. Будь осторожен, здорово, господин. Вокруг полно... Так что, идем в канализацию. Канализации мы найдем сейчас что-то. Что-то, мне кажется, это гули. Ну вот оно, ну топец. А кстати, мне недалеко идти. А я их не видел, я же канализацию всю проходил. Так, а можно мне вот. Да блять, возьми ты. У тебя нету, что ли? Какой ты красавчик. А вообще у тебя есть еще кошка? Пишет. Молодец. У него нету. Так, ладно, давай до... Где он? Вот он, да? Я уверен, что здесь должен быть. Сейчас его убью. И этого убью. Где-то должен быть факел. Я и забыл, что у меня факела-то нету. Да что? Это не то. Где-то же должен быть факел, а? Может, у тебя? Нет. Да, это подстава. Так, где я? А где я? Ага. То есть мне не сюда, мне прямо до конца. Пойдем, факел должен найтись. Здесь останки. Всякого говна. Так, открыл, вошел. Охереть их сколько! И все убежали. Ой, еще гуль! Ничего себе. Так, еще и гуль. Так, куда тебе? А, мне еще вокруг бежать. Отлично. Побежали вокруг. Здесь ничего нету, так что гули мы пропустим. Костер. Смотри, костер. Горит костер. Представляешь? А в смысле, блядь? Так. А где я есть? Опять же. А ты меня видишь, не? Вот это... Не сюда? Да нет! А вот они прям не дают мне покоя. Они боятся, но бегут и не дают мне... Потыкаться. Везде. А, ну куда я бегу? Вон проход же. Вот же проход. Темно, правда. Блять, ты идешь или нет? А-а-а-а.
Сука, куда мне идти? Отстань от меня. Не видишь, я не знаю, куда мне идти. У меня нету... Куда? Мне как-то надо... Пункт перехвата. Место силы. Костер. Мне надо до конца сюда пройти. Или мне сюда пройти? Как ты это делаешь? Куда мне идти? Отстань от меня нахер. Ты вообще откуда взялся здесь канализация? Здесь гулей не должно быть. Всякого говна здесь куча. Так, здесь проход. Ля, как я сюда прошел? А можно было так пройти, да? А ты чё молчал? Блять, я заблудился! Так. Да нет же, не сюда. Не сюда. Где я? Вот сюда иди. Блять, у меня точно нету ничего, а? Как я вообще мог выкинуть свой фонарь? По факту здесь проход тут есть. Прямой. Мне просто нужно выйти на этот проход. Давай выйдем. Вот сюда мне. Потом сюда. Потом я не вижу, куда идти. Ну вот он проход. Куча утопцев. И бандит, смотри. Дошел. Иди в сраку отсюда, все. Так, вот это. Может тут есть. Дай мне, пожалуйста, факел. Бля, тварь, он так и будет за мной бегать, а? Говно. Какое ж ты говно. На тебе, в пузо. И этот стоит. Знаешь, иногда лента очень плохо работает. Типа она отгоняет, отгоняла бы совсем. Нет, они потом бегают же, все равно не дают мне выйти с режима боя. Ага, нет, это не то. Так, ну вот оно. Вот они, бандиты. Бандиты должны дать мне... Здорово. Проваливай. Что находится за этой решеткой? Не твое дело, уматывай. Я сейчас... Меня послал косарь. Давай. Он сказал, что здесь я смогу прикупить больше фиштеха. Косарь, значит, да? С каких это пор у него завелись друзья вроде тебя? А тебе-то что? Что-то с тобой не так. Говори пароль, а то я тебе яйца завяжу в зериканский узел. Зериканский узел. Ну, блядь. Фиштех. Да вряд ли. Пароль тоже вряд ли. Саламандра? Да нет, не может быть. Смотри, тут или... Пусти меня, а не то до конца. Тут есть, короче, два варианта. Или пламя, или шипы. Давай сначала пламя. Ошибочка, парень. А я тебе сейчас покажу, как врать. Бля. Чтоб я тебя тут не видел. Проваливай. Стоять! Ну как так? Да убей ему! Ля, сука, тупой. Вот Геральт тупой. Тупорылый Геральт, так и назову серию. Я тебя выпотрошу. Ля, они прям такие жирные.
Вот надо было сказать, что правильный пароль, ясно? У вас есть нужная мне факел? Везде, на каждом шагу был факел. Нет, сейчас факела нет. Ну, представляешь? Так, идем. Чё? Вот так-так. Вы только посмотрите, кто к нам пришел. Ведьмак Геральт собственной персоной. Меня прислал косарь. Мне нужен товар. Косарь? А? Кого ты пытаешься надуть, ведьмак? Меня или себя? Запомни мои слова. Ты пришел в логово льва, волчонок. Сука. Сдохни, ублюдок! Ну ты сам себе приговор сделал. Сейчас, подожди, я меч достану нужный. Вот я не понимаю, в чем разница. Вот достал бы я серебряный меч. Какая разница, почему он меньше бьет, если серебряный тоже острый? Или серебро на людей не действует? Бля. А их тут много, кстати. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Да. Именно так. Но я с них вряд ли что-то буду подбирать. Просто давай посмотрим, что у них есть. Если у них есть деньги. Нет, у них только значки, которые, кстати, больше никому нельзя, походу, сбагрить. Потому что, ну, не видел я, чтобы вообще можно было... А это что такое? Ля, деньги. Только не говори, что мне подбирать все, а? Ладно, пошли. Так, а ты здесь, а я думал, ты там. Получи! Да ударь! Ля, ты лох. Ну, кстати, нормально получилось. Дерьмоед. Дерьмоед. Но если ты в канализации, то только ты дерьмо жрешь. Я-то чё тебе? Ля, их сколько? Ля-ля-ля, давай всех соберем. Подъем, рота! На нас напал ведьмак. Они все не подходят, а могли бы... Могли бы все подойти. Где? Бля, они все-таки попали. Смотри, как у меня же здоровья мало. Как мало здоровья. Ну, я всех задолбаюсь подбирать. Давай-ка пожрем, во-первых... Во-первых, пожрем бутерброд с курицей. Пора бы пожрать. Интересно, это вкусно, бутерброд с курицей. Так, я туда иду. Я просто, у меня нету ничего, чтобы... Короче, бегу куда-то, непонятно. Я не вижу, куда бежать, но просто бегу. Ты труп. Куда-то я прибежал, прям не в то место. И тут опять кучи. Стоять! Блядь. Блядь-то-то. Блядь-то-то. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Ну как так, блядь? Геральт, сука! Тупое говно ты! Ты ж ведьмак! Ох! Да иди сраку! Я просто... Просто пробегаю. Побегу сразу прямо. Соберу всех, да и посрать. Сейчас мне... Ля... А я сюда... Где я? Умри, дерьмое. Они прям жесткие такие стали. Я прям не могу.
принципе, что я удивляюсь, толпу целую собрал. Надо было сразу выпить просто ласточку и все. Так, куда я иду? Я, походу, не туда, да, зашел? А, парни. У меня к вам вопрос. Нет, не этот вопрос. Так, где мне можно найти факел? Мне нужен факел. Просто факел. Мне можно найти факел. Яйца чешутся. Да насрать мне, что у тебя яйца чешутся. Помажь мазью и все пройдет. Так, это что? Это тоже не то. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Да, смею. Блять, хер пойми, где я хожу? Коридор, коридор, коридор. Никогда в жизни я больше не буду ходить без факела. Меня все бьют, почему? Почему ты, Геральт, не защищаешься? Они тебя просто так бьют. Вот скажи мне, вот почему ты не защищаешься? Для чего тебя качаю? Для чего я тебе делаю уклонение? Для чего я тебе все остальное делаю? Где твой ветчинный? Вот эту вот, ну, грушу сожри, ладно. Куда? Вот скажи мне, вот куда мне? Так, кстати, походу я правильно шел. То есть мне по прямой. Вот сюда назад. Куда назад? Вот сюда же назад? Да, сюда назад. По прямой. Просто бежишь до конца. И все. Да, 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 выпотрошитель. Ты что, прям к ним в центр идешь? Тебя только что там убили. Иди в сраку просто. Сейчас опять убьют. Да беги ты, говно. Ласточку выпей. Выпей ласточку. Выпей ласточку и беги. Так, сейчас. Сейчас ласточка чуть поднаберет силу. Здесь остановимся. Бля, еще саламандры, блять, вы что там стояли просто? Я тебя убью. Нормально говори. Бери. Не. Сидит, короче, идет и это. С жестами мне показывает. Так, короче, это последний, да, все-таки разбили. Наконец-то. Не сюда? Смотри, сундучок. Какой-то говниной. Предмет. А чё ничего не читается? Мысли оставаться на чеку. Ты слышал? Это вроде бы стражники говорят, не? Короче, письмо Готрика. Наш лагерь на болотах работает недостаточно эффективно. Травы поступают медленно. В производстве фиштыха получаются простои. Это следует исправить как можно скорее. Нагнать больше людей на работу. Так, чем больше... Нагнать больше людей. Что же до остального? Так, ага. А это что? Мужик, с этим письмом правительственный... правильный пацан. Не трогать его, косарь.
А ты не мог письмо это дать? Говно. Почему обязательно драться надо было? Ордер на арест. Доводим до общего сведения, что человек, известный под именем Процессор, виновен в совершении... Это вроде бы было. Уже давно. Ордер. Еще, наверное, во втором акте. Что произошло? Что? Да я его подобрал. Сундук подобрал. Пора выходить. Пора выходить домой. Так, теперь надо бы выбраться. Как отсюда выбраться? Так, сейчас я поворачиваю направо. Вот. По прямой налево. И выход. По прямой. Бляха-муха. А ты откуда ты здесь взялся? Ты погляди на него. Бля, городская стража. В смысле городская стража? Служба, не дружба. Отличная работа, ведьмак. Так. Мы закончим здесь. А, ну если они сами закончат, так что насрать. Так что насрать совершенно. Там кого-то оставили. Так, так, так. Хорошо сработано, ведьмак. Пара человек погибли, но на это мы закроем глаза. Самозащита. Ты отлично справился. Общество только лучше будет без этих тварей. Но вернемся к делу. Где прячется тот, кто делает фиштех? Я нашел письмо от Готрика. Это его рук дело. Прекрасно! Мои мальчики вычистят там все, а я займусь уликами и наркотиками. Да, да, кто бы сомневался. Вообще! Разумеется, во благо общества. Во благо общества, все в себя. А ты разберись с Готриком. Все в себя. С нетерпением жду известий о твоих новых достижениях. Какой отличный план. Может мне пойти и убить всех и каждого, кто занимался фисштехом? А может мне стоит сообщить Винсенту о том, что ты прихватил товар? Ты чего, ведьмак? Ты получил все, что хотел. Только поэтому мы с тобой все еще разговариваем. Больше не давай мне приказов, ясно? Как, Дин? Но нам все равно придется разбираться с Готриком. Да, Юзек, фисштех тебе мозги попортил. Этим я займусь. Приготовься, Геральт. Обо мне не беспокойся. Со мной мои эликсиры. Так. Готрика надо какого-то... Ключ от канализации? В смысле? Так, это где? Усимские связи. Поставки сырья, совершенно передача происходит... у большой решетки. Так, показать. Кстати, это прям близко. Это мне надо лишь пройти. Где я сейчас? По прямой? По прямой до конца. Правильно? Нет, по прямой налево, направо. Опять куча всего. Целые лабиринты. Начинается вот это вот блуждание без факела. Я же мог бы просто взять и найти факел там, а? Может, вы отойдете? Я как бы спешу. Жрите себе, я закрою на это глаза. Только меня не трогайте, мне надо дойти. Я... не смотрю, что вы делаете. Вы не смотрите, что я делаю. Все довольны. В смысле? Кто решетку закрыл? Ты же должен был открыть. Блять, как же меня заебало эта говнина. Бросить. Нахер я ее только ношу. Полет скилл, так разберемся и все. Вот так, какой рок, прям в грязищу в санину. Чтоб все знали, что я в канализации сидел.
А вот они и саламандры. Получается, болото и трущобы, они взаимосвязаны. А на болотах-то я уже все сделал, уничтожил. Опачки. Лё, ты кто такой? Ты видел его? Вот мне не видно, ни хрена. Так, минус один. Ну быстрее ты! Я ни хрена не вижу. Серьезно. Бей! Все. Понятно. Геральт такая слабая залупа. Вот серьезно. Пока пьет, его бьют. Пока что-то его бьют. Его постоянно бьют. Везде абсолютно. Его бьют. Почти убили, кстати. Как мне так сделать? Быстрее накапливайся энергия. Бля, так быстро минуты прошли, 30, да? Так, это так, чтобы меня не били. Так, ну вот она, саламандра. Саламандра, главарь. Ну что? Попытка номер два. Иди. Умри, дерьмоед. Да иди сразу. Видишь, я чем занимаюсь. На этом ты уже должен был убежать, потому что твоего главаря я убил. Бля, он такой жирный, а? Так, давай как бы соберем только его. У него здесь, кстати, письмо. Опять-таки. Так, королевский пропуск. Предъявлено его документа. Велено Фольтеста, суверенно Тимери и прочее. И прочее. Дозволяется выходить на улицы в зиме после заката, несмотря ни на какие. Ну, может, подделали. В смысле, ну, не может быть Фольтест, типа вот. Зачем Фольтесту заниматься фиштыхом? Как бы это ж ему хуже. Так что мне кажется, это не он. Так, дальше что? А, надо рассказать Юзу, что я убил. Ой, я выйду, пожалуй. Не хочу я прям вот ходить там искать этого Юза по этой вонючей канализации, где нихера не видно. Лучше я пойду домой и найду его там, где он сидит. Так, куда я пришел? Где я? Ты видишь меня? Я себя... Не... Ага, я себя вижу. Я себя вижу. Мне не сюда. Мне сюда. Прохожу сюда. А потом, вон, видишь, костер. Это выход, наконец-таки. Поднимись наверх. Геральт, не беси меня. Потому что мне и так бесит эта ситуация с этим вонючим. С этим вонючей канализацией. Они еще здесь сидят, а? Взял ленту, выкинул. Она ведь полезна была кое-где. Например, на болотах. Я взял, выкинул. Где выход? А выход не здесь. Выход тут. Выход тут. Вот он, выход. Наконец-то, пожалуйста, больше никогда в жизни мне не нужно это. Вот мне больше канализации не нужны. Они мне достаточны в этой серии. Вообще за всю игру достаточно этих вонючих канализаций. Но я думаю, склепы все равно будут и всякие темные места, так что надо искать.
Надо где-то искать факел. Я думаю, что можно в домах поискать. Например, здесь. Я уверен, у него в шкафу будет факел. Кто это? Это не факелы. Вот он. Вот он. Вот оно, мое родимое. Все так было просто. Так, ну Юзу мы сейчас расскажем, да, пойдем? Пойдем расскажем Юзу о том, что вот я нашел, вот я то, вот я это. И в купеческом квартале, по сути, тоже все. Мне надо искать будет следующей серии лидеров. Я без понятия, где их искать. Этих флейдеров. Но надеюсь, я их найду к следующей серии. Так, пойдем. Я думаю, он пришел. Он же там спасает мир от фиштых, от себя все. Бедный Винсент. А ты что здесь делаешь? Ну? Что надо? А Винсент не видит, что он как бы это... Я убил наркобарона. Под наркотой. Забавно. Ты рассказываешь стражнику, что только что убил человека. Шучу-шучу. Шутник такой, я тебя сейчас отрежу все. Ты отлично справился. Я счастлив. А ты задрал. Счастлив. Теперь бери свои деньги и исчезни. Надо его припугнуть. Исчезнуть? А может, лучше ты исчезнешь? Я не понял. Если будешь и дальше торговать фисштехом, я сделаю так, чтобы ты исчез, и чтобы никто никогда тебя не нашел. Ладно, ладно, не стоит беспокоиться. Я все-таки страж порядка. Пока, Юс. И помни, что я тебе сказал. Да надо просто ему пригрозить. Фиштехи, короче, подсыплю тебе муху, яйца муху ЦЦ. А на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии и всем до встречи в новых видео.